Добрый вечер, это канал Максимадзе и GTA 3 Definitive Edition. Осталось совсем немного, где-то 3, наверное, серии осталось всего. И, наконец-то, завершим эту трилогию спустя почти 2 года. С ее выхода, с момента ее выхода и момента прохождения. Короче, сегодня на Якудзе будем работать. Короче, мы на эту стройку прошлой серии пробрались, и там, короче, встретили Мигеля, лидера картеля, и это, Каталину. Она, короче, предала теперь и его, и оставила его в плену у Асуки Кассен, бросила его, короче. Да, жуткая женщина все-таки, очень. Думаю, скоро мы завалим ее как следует. А еще, кстати, мы работаем на Дональда Лава, и он нам дал задание убить Кенджи Кассена, и тем, замаскировавшись под колумбийца, что развяжет войну между бандой якудзы и колумбийцами, а это будет очень выгодно как для него, так и для нас. Короче, первое задание — байт. Байт. Мигелю кажется, что я с ним поступаю несправедливо. Но он мне рассказал, что Каталина очень боится твоей мести. Поэтому она послала в город 3 группы убийц, чтобы они выслали и убили тебя. Тебе придется побыть наживкой и постараться заманить их в Пайк Крик. Там они сами попадут в ловушку. Так. Асуга и ее банда якудза очень помогают нам в борьбе с колумбийцами. Это задание относительно простое будет. А вот следующее задание ее-то потруднее будет. Ее надо особым принципом выполнять одним будет. Ну как сложно, оно там на время. Да что ж такое. И в связи с этим оно немного сложновато. Там надо быстро действовать очень. Да, короче, ну-ка. Как проехать на другой остров? Блин, я не туда поехал вообще. Эх, а метка-то не задается. Навигатор не появляется. Ладно, придется так ехать. Но я не в ту сторону поехал, это точно. Еще у Дональда Лавы там парочка заданий осталось. Я думаю, мы их пройдем. Тоже сегодня. Ну как парочка? Задание будет одно, и там еще одна миссия, это просто... Поймите сами потом. Ага. Короче, надо подняться на уровень выше, и там... Уже на мост подняться. Хорошо, что это задание не на время, а то я бы тут парился бы сейчас. А то я бы потратил бы сейчас впустую много секунд. Пытаясь... На мост на этот заехать. И твои же налево, а? У него, он, по-моему, немного... Он в землю, по-моему, заехал. Вам так не казалось, случайно?
Ненавижу этот мост. Вот я не понимаю, зачем здесь вообще... Зачем вообще этому мосту подниматься и опускаться? Он не может на постоянной основе стоять. Зачем это вообще нужно? Чтобы машины падали в реку? Ну, точнее, это не река, это море. Так, на этом острове все эти группы будут таиться. И они действуют каким-то странным немного методом. Они тупо сидят и ждут нас у тех местах, в которые мы бы без этого самого задания бы не поехали. А вот и они. Просто едем в желтую точку, и там им всем кирдык придет. Можно было и там заехать. Ну да ладно, обычно я... Обычно мы здесь заезжаем в это место. Ну да. Спрячемся тут пока. Пока их там обстреляют. Пушка пригодится очень. Маловато патронов, ну да ладно. Переедем к следующей группе. Нам сюда. Эх, как прикольно выглядит этот город с ночными фонарями, блин, ну это классно вообще. Я здесь, тупые болваны, давайте сюда. Вы видели, как машина только что заехала? Блин. Засмотрелся на дамбу на эту. И не просто так, ведь на этой дамбе мы еще побываем. Они затаились в одном из домов. Зачем там? Эх, осторожно ее. И что там, звездочка есть? Можно будет ее взять, но только сначала разберемся с этими гадами. Так, я встану сюда, чтобы они видели, что я здесь. Некоторые, похоже, выжили. Придется самому их добить.
Отлично. А звездочка уже не нужна. Что-то там обсудим. Телефона вроде просит нас подойти. Нет, я не буду этого делать. Задания там скучные. Мы едем обратно. А, вот он. Мы едем обратно сюда. На следующее задание. Наступил день, и это просто прекрасно. Бонус за идеальный трюк. Я вообще никакого трюка не делал, по-моему. Отлично, я успел проехать мост. Только машина дымит, ну ничего. У нас тройки еще одна такая же есть. Собственно, я туда пригнал ее. А, даже две, еще одна заспаунилась. Тут всегда спаунится эта машина. Экспрессо to go. Мигель вынослив, и как подобает латиноамериканцу, я уже утомилась всем. Мы недооценили план Каталины по реализации спанка. Он гораздо больше, чем несколько ярдей продающих спанк на улицах. Картель действует через подставную компанию кофейни Капы. Спанк продается через сеть уличных ларьков. Есть только один выход – избавиться от них. Расхреначить их нафиг. Ну ладно, и вот это будет не так-то просто, потому что здесь надо... На время. Через 8 минут после уничтожения первого ларька картель объявит тревогу. Именно поэтому мы начнем с первого острова. Чтобы по порядку идти по островам. Точки этих самых ларьков будут появляться, когда мы будем к ним близки. И мы сейчас не поедем на этот, мы поедем на первый остров сначала. По-моему, возле поместья Леоны находится первый ларек. Где-то примерно там рядом. Надеюсь, я не проморгаю и правильно сейчас выберусь отсюда. Так, надо разобраться и вспомнить, как этот на этот мост заехать. Пока время не идет, потому что время пойдет только после уничтожения первого ларька. Вот здесь. Едем на первый остров, начнем с него, чтобы сразу идти, чтобы потом после него на второй, на этот,
и оттуда же на третье, чтобы не пришлось сначала на втором начать, потом ехать на первое, потом с первого на второй, и уже с второго на третье. Это мы не успеем тогда, по-любому. О, уже 5, целых 5 ларьков появилось на карте. Они, насколько я помню, не исчезают с карты потом. Где-то здесь один из ларьков, кстати, появляется. Но мы начнем именно там, где я поставил меточку. Я думаю, кстати, нам через несколько ларьков придется поменять машину, потому что машина, я думаю, не выдержит удар по всем 9 ларькам. Опа, а кто это по нам стреляет, а? А, это же эти мафиозники из Леона. Нет, нам не, нет, он не здесь поворот. Так, ларек не здесь. Ох, господи. Я помню, как это выглядит, я просто что-то немного... А, поместили он-то не совсем больше. Не здесь оно, короче. А, вот точка. И второй ларек где-то здесь. Да-да, точно. О, наша старая хата. Как я по ней скучал. Да что ж ты будешь делать, а? Пугаете людей, блин. Мирных. Так, вот первый ларек. Начнем с него. Идите в жопу. Леоновцев тут очень много. В каждом ларьке будет находиться член колумбийского картеля. Дайте мне другую машину скорее. Они эту скоро уничтожить могут. Хорошо, что в GTA 3 колеса не продырявливаются. О-хо-хо, вы это видели сейчас? Машина как улетела там. В GTA 3 повреждения машин визуальными только были. Это уже в GTA Vice City они стали влиять на поведение самого транспорта. Стой, нет, не уезжай! Так, эта машина называется Перенел. Рановато вы меня направили туда, мне надо налево. Где-то тут, да, вот он, вон он, ларек еще один находится. Машина это не быстрая. А теперь едем туда, куда нам покажет метка. Да, машина это не очень-то быстрая. Возьмем лучше эту. Пошел нафиг, дебил. Ну, да, эта машина тоже не очень-то быстро едет. Но было бы неплохо машину побыстрее. Я не уверен, что пройду эту миссию с первого раза, но мы должны это сделать. Ёшкин кот! Слишком многое происходит у нас... Ситуации на дороге, из-за которых просто я замедляюсь. Я проморгал один поворот. Похоже, мы можем нифигашеньки не успеть.
осталось всего 5 минут, а еще много ларьков уничтожать. Здесь один ларек. Ну-ка, отведай-ка силушки богатырской. Следующий там. А может и успеем, кстати. Не на каждый ларек мы целую минуту ведь тратим. А теперь едем... Ай, блин. В ту сторону. Я знаю, где находятся ларьки на третьем острове. Там с ними не будет проблем. Да ёшкин кот, а. Так, вот. Не, самим бы нам не взорваться бы сейчас, ё-моё. И машину бы тут подловить не помешало бы. О-о-о-о, стоп! Вот это то, что мне надо. Вот это то, что мне надо. Быстрая машина. Мигом все сделаем. Так, нам показывает навигатор туда ехать. Наверное, может это и правильно. Осталось 3 минуты и 40 секунд почти. Надеюсь, нам этого хватит, ёп-моё! Да что ж такое? И это бесит ужасно! Я так не могу! Это меня бесит! Так... Так, теперь я ставлю... Короче, надо ехать туда. Отлично, навигатор нам показывает, куда ехать. Надеюсь, за 3 минуты успеем оставшиеся 2 ларька уничтожить. Еще этот дурацкий мост может у нас много времени отнять. Ладно, не отнял. Столкновения могут отнять время только у нас. Ну-ка, эх! Последний ларек. Находится там почти, твою мать. Сейчас я им покажу. Ну-ка поднялся быстро. Ублюдок. Не догонишь, козел, не догонишь. Я уеду на твоей машине и добью последний ларек. Ой, только если мне вот это все сейчас не помешает. Я знаю, где последний ларек. Он находится... Ну-ка, я даже метку туда поставлю. Он где-то здесь. Там, где... там, где была ловушка от наших друзей. Якудзы. Примерно около того места оно находится, последний ларек. Нам надо за минуту успеть... Вот он, вот, появилась отметка. И сейчас положим конец мы этому побоищу. Этому дерьму. Вашему спанку дурацкому. Отлично, мы справились с этим заданием и получили кучу денег.
Следующее задание от Асуки пройдем в финальной серии. А пока что давайте вернемся к Дональду Лау. Ух, ну из сегодняшних заданий это самое сложное, наверное, было. Потому что тут реально надо укладываться во время. И, возможно, нервишки себе немного помотать. А, нет, у Дональда Лава не одно, а два задания все-таки. И одно, и еще одно, одна миссия, это так, ничего особенного, блин. Стань нормально и едь. Ну а Рэя Махопского в следующей серии будем мы проходить. Часы красивые, кстати, тоже. Так, почти приехали. Escort service. Здравствуйте, на вас можно положиться, друг мой. В наши дни это большая редкость. Моему азиатскому другу нужна охрана, чтобы отвезти мою новую покупку для проверки подлинности. Езжайте за ним и убедитесь, что он и моя посылка добрались по Крик в целости и сохранности. Отлично. Перенел, тоже нравится эта машина. А, я должен урон по нему наносить. А, или по... А, нет, нет, я не должен. Я должен охранять этот фургон. Уй! С ним соприкасаться нежелательно. Я так понимаю, враги будут нас окружать здесь. Опа, что это за огромная машина? А, нет, она ничего не, это ничего не значит. Я думал, может, мне и враги будут. О, заразы какие, надо уничтожать их. Колумбийцы будут пытаться. Атаковать этот фургон. И они уже большой урон-то нанесли, ё-моё.
Что-то сильно быстро урон-то наносит. А куда он поворачивает-то? Нафига нужно было делать такой разворот? Так, вот в туннеле запросто могут ловушку устроить. Какой неудобный обзор в этом туннеле, а? Машина слишком близко ко мне. К моему лицу, ё-моё. А чё туннель длинный такой? Опа! Чё-то пули не попадали в него, по-моему. Что за обзор, блин? Букву В нажимать в туннеле не надо. Короче, наверное, надо... Может, впереди него лучше ехать. Чтобы уничтожить противника до того, как фургон подъедет сюда. Ну, что-то туннель вообще какой-то длинный. Так, вот тут развилочка пошла. В какую сторону поедет фургон? Поворачивать он будет. Блин, вот не дай бог не доедем, а. Урон-то уже почти весь нанесен. О, конец. Конец туннеля, наконец-то. А чё ты остановился? Езжай давай, дебил. Я кнопку не отпускал. Он чё, он остановился-то? А, тут продолжается туннель. Какой-то странный туннель. Какой-то странный туннель, мне кажется. А, вот, всё, теперь точно конец. Но этого я никак не смогу убить. Блин, ну почти, он почти до конца уже повредил. Я сейчас уничтожу эту машину, если она ближе подберется сейчас к нам. Если, блин, один толчок в этот... Один толчок и все, кирдык. Нет, ну не близко ко мне же, ёп! Эх. Как печально. Ладно, я попробую еще раз, но... Да, я не буду повторять эту поездку у вас на глазах, я обрежу это. Отлично. Со второго раза получилось. Я более усерднее стал стараться защищать его. Иногда выходить из машины, чтобы убить какого-то врага. Так, возвращаемся к Дональду Лаву. Ну-ка, поставили мне быстро. Я приказываю поставить мне точку на него. А также я приказываю вам отдать мне машину! Вы меня ослушались. Ох, ёшкин кот, как заносит, а. Опять идеальный трюк у меня. Ну, спасибо за бабки, конечно. Пригодятся. Впрочем, такие бабки-то не очень-то много. Хватит. Надо...
Ой, главное самому туда сейчас не упасть. Приятного купания, чуваки. Блин, это прикольно. Не пытайтесь повторить это в реальной жизни только. О, урок бизнеса, друг мой. Если у вас есть уникальный товар, каждая собака постарается его отнять, даже не имея представления о его истинной ценности. Полицейский спецназ зацепил район, где находится мой друг с посылкой. Отправьтесь туда, сядьте в фургон и отвлекайте полицию. Пусть они погонятся за вами, а он тем временем уйдет. Ну-ка. Пошел ты нахер, козел. Я еду на очень важное задание, блин. Опять мне на этот мост ехать. На остров этот. Эй-ой-ой-ой-ой, как хорошо, что не врезались в полицейскую машину. Ох, ёшкин кот, а? А, это тот самый фургон, который мы защищали, а теперь мы сами поедем на нем. Ох, 6 звезд, а, обалдеть просто. Уводить копов подальше от города, говорите? Или подальше чего? О, а как же я? А как? Блин, я... обалдеть, это... Вы видели этот трэш, который сейчас лютый происходил? Это как я выдержу такой налет? Так, а куда эта дорога у нас ведет? Мне кажется, лучше нам в обратную сторону ехать, а не в эту. Главное, чтобы меня не вытолкнули туда, они все. Они сами друг друга там скидывают, по-моему. А, еще и вертолет преследует нас. Ну просто замечательно. Ай, дебилы! Как же вы едете? Вы же самих себя убиваете. За город, выведем их. Иди в жопу. О, боже мой. Ну этот фургон долго продержится, я думаю. Надеюсь. Правда, вот от вертолета мы, похоже, не уйдем. Жаль, у нас нет оружия, с которым мы могли бы уничтожить вертолет.
Вот два вертолета нас преследуют, и почему-то один из них летит низко. Надо ехать и ни в коем случае не останавливаться. Тогда будет меньше шансов, что они по нам будут гасить. Так, туда и туда мы не проедем, к сожалению. Опа! А зачем такую западню мне тут устроили, а? И вообще, кто ее устроил? Мне целую минуту так еще держаться нужно, а тут подъем! Нет, все, кирдык. Короче, уже седьмая попытка. Седьмая, мать его, попытка. Заглянул, короче, в фандом Вики. И, короче, там парочку советов нашел. Так, во-первых, надо убить этого полицейского. У него бронебойное оружие, с которого он с пару выстрелов может уничтожить фургон. Во-первых, нужно спрыгнуть с этого трамплина. Не зря он тут стоит. Все-таки. Ну, конечно, полицейская машина мне не дала с него спрыгнуть. А дальше рекомендуется ехать вот в аэропорт. Либо есть вариант. Нужно избегать вертолета, кстати, и спецназовцев с бронебойным оружием. Они могут уничтожить фургон за секунды. Короче, надо ехать в аэропорт. Есть вариант либо заезжать на взлетную полосу и там кататься кругами. Там очень много свободного места. Есть еще более надежный вариант, как пишет фандом Вики. Это подъехать там к терминалу в аэропорту. Если я туда доеду вообще. Там есть въезд в метро. Нужно заехать туда и прямо на станцию езжать. Просто возьмем и просто затаимся вот здесь. Копы сюда не сунутся. Они все друг друга там гасить будут наверху, сверху. Это надежный способ, да. Просто сидим и ждем тут. С этой стороны точно машины не заедут. Ну как они? Они что, они влезут? А оттуда... Мы будем смотреть. Да это вряд ли они сюда заглянут. Какой дурак полицейский поедет в метро давить там людей? Есть только один человек, который может такое сделать. Тупо 40 секунд ждем, короче. Вот как и хорошо, что я в фандом Вики заглянул-то. Очень хороший совет мне там дали. Затаиться в метро. Почему же я с самого начала туда не заглянул, интересно? Два. Один. Ноль. Ура, наконец-то. Раз уж мы здесь, давайте поизучаем метро. Я впервые вообще в него захожу. Никогда не был здесь. Двери какие-то странные немного, конечно. О, какой-то пакетик. 2 из 100. Оставим машину здесь. Обратно я, наверное, уже не вылезу на ней. Ну и здесь, собственно, тоже вход в метро. Ну как, точнее, станция.
Они тут постояли наверху, сами тут друг друга гасили, блин. Ладно, едем к Дональду Лау, выполним последнее задание от него. Дайте мне машину сюда. Да, наверное, видео это уже у меня целый час записывается, но вы весь этот час, конечно, увидите. Я лишние 5 попыток, конечно, вырежу. Чего вас томить этими скучными кадрами? Ну, потому что ну, сколько можно уже, зачем? О, блин, опять с копами гоняться, что ли? Да, это я себе налил. Гудок проверял сейчас. Love these aprons. Ну и где он? Коробка тупо стоит. Ну ладно. Нет и нет, фиг с ним. Даже не написано, что задание пройдено. Короче. Куда-то он исчез. Мы не знаем куда. И на этом все. Больше мы никогда не видим его. На сегодня все. С вас Лайкос Подписоза. С меня эпичный видос. И сегодня сложники и задания были. Но грамотный совет я в фандом вики нашел. Подписывайтесь на стримский канал, влоговый канал. И всем пока.